Ганновере проходит 67-я международная выставка коммерческого автотранспорта. В этом году участвуют более 2000 компаний, в их числе группа ГАЗ. Мы показываем наши новинки, которые предназначены для взыскательного европейского рынка. В то же время посетители смогут увидеть и более доступные версии, потому что группа ГАЗ обладает универсальным набором, и продуктовое предложение позволяет охватить все сегменты. Группа ГАЗ представила технику экологического стандарта Евро-6. Это автомобили «Газель Next», автобус «Вектор Next» и двигатель «ЯМЗ». Из брутальной грузовой линейки новый среднетоннажный автомобиль «Садко Next», дорожный грузовик «Урал Next» и перспективная новинка «Пикап Вепрь Next». Преимущество российской техники для экспортных рынков не только цена. Например, у «Газели» это практичные конструктивные решения. Отличительная особенность абсолютно всех моделей – это рамная конструкция, что дает надежность, что дает удобство для установок различных видов специальных настроек, что удобно в обслуживании. Отечественный производитель развивает продажи в Африке, Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, Турции и Восточной Европе, расширяя географию продаж и экспортный модельный ряд.